Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и я рад вас видеть на канале «Сделай сам». В этом видеоролике я хочу вам рассказать и показать классный станочек, который сделан своими руками и который мне помогает, скажем, в домашнем хозяйстве, а именно избавиться от разного строительного мусора. Я это имею в виду доски, обрезки, огрызки, остатки от стройки. С помощью него я быстро перерабатываю доску, вкладываю, скажем, в дровник, либо какую-то мелкоту, мусор сразу сжигаю, скажем, в своей турбопечи. Тоже о ней расскажу, покажу. И чтобы не растягивать видеоролик, друзья, как я делаю эти самоделки, я оставлю ссылки в описании, кому интересно, потом посмотрите. А так, для общего ознакомления, сейчас все покажу и расскажу. Поехали! Вот такая у меня свалка, мусорка, помойка. Тут у нас остатки и от дома, от строительства каркаса, и от старого сарая, и просто какие-то старые котлы, которые уже сгнили. Я все их храню, надо все как-то распилить, все это переработать в дрова, что-то сжечь. И вот потихоньку начинаю заниматься. Вот такой у меня, друзья, есть станочек. Делал я его своими руками. То есть начнем снизу. 4 ноги, труба 30-ка, в нее вставляются пешки из 25-й трубы. То есть на пешку сделана перемычка, и они образуют между собой такую раму, стойку. Дальше у нас установлены 4 квадратика. Это труба 40 на 40. С одной стороны наварены 2 петли. Вот она, раз петля, вон она, вторая петля. А с этой стороны у нас приварен уголок, что позволяет откручивать барашек и весь аппарат наклонять. То есть таким образом мы можем сразу заправить масло, заправить бензин. О, привет, дочь! Заправить бензин, чтобы пилу не вытаскивать из станка. Дальше сделана платформа. Тут вварены 2 болта. И с помощью пластины через ручку зажимаем пилу. Шина крепится через болт, через шайбу, через гайку. А с этой стороны наварены 2 уголочка, которые держат ручку. Вварены 2 болта. И сверху крепится пластина на барашке. Таким образом зажимаем пилу с этой стороны. И там крепим с помощью болта. Зеленый кожух сделан для того, чтобы опилки летели только в одно направление. Можно поставить ведро. Я, в принципе, не ставлю. Потом, когда разбираю уже дрова, лопатой быстро закидываю в мешок. Идет в курятник. Тоже полезно. Как работает весь аппарат? Когда мы сюда прикладываем доску, у нас тянется трос через ролик, проходит вовнутрь, выходит отсюда, цепляется за флажок. Когда мы тянем, флажок поднимается и нажимает спусковой механизм. Сейчас, друзья, покажу, как это все работает. Попилим на камеру. И уже есть какие-то будут вопросы. Ну, первое можете писать в комментах, а второй момент можете пойти по ссылке в описании и посмотреть, как я его делал. Также хочу рассказать про свою турбобочку для сжигания мусора. Конструкция простая, то есть имеем бочку. Сделано отверстие для поддува воздуха. В эту бочку установлено ведро большое от краски. Оно висит в воздухе, и в нем много-много разных дырочек, отверстий. Под 10-е сверло, просто прорези болгаркой. Смысл в чем? Если поджечь, отсюда валит просто огромное пламя. За счет того, что воздух залетает снизу, там у нас много пространства. И так как попадает много кислорода, много воздуха, все это сгорает моментально вообще в пыль. Поэтому тоже удобно всякую мелкоту, вот USB, остатки, щепки какие-нибудь, мусор, гнилушки. То есть если поджечь, все это сгорает моментально. Так, ну что, давайте запустим станочек. И сейчас я вам покажу, как все это идет в работе. Так, ну что, камеру поставили, запускаем станок. Турбопечь уже тоже запустилась, сжигаем потихоньку мусор. Сейчас покажу, как все это дело пилится.
Так что, друзья, вот такой у нас станочек. Отлично помогает обрабатывать деревяху. То есть моментально мы все перепиливаем на заготовки. А мелкоту, конечно, я сразу сжигаю, потому что это труха. Пусть из нее лучше будет зола хоть какая-то. Она мне еще пригодится курочкам, скажем, подсыпать, чтобы они мылись. Опилки то же самое. Что касается опилок, как говорится, потом собираю ведро, и также они отправляются в курятник. А по станку, что еще не показал? Удобно откручивать барашек, то есть мы открутили барашек, если нам надо заправить пилу, то она спокойно вот так кладется на бок. То есть мы заправляем топливо, масло, заново ставим, закручиваем барашек. И можно заводить пилу и двигаться дальше, работать дальше, скажем так. Пишите свои вопросы, пишите комменты. Лично мне работать очень удобно. Проще взять в руку заготовку и ее распилить на бензопиле.